дом. Исторический дом. Вот, вот, ага. Находки. Находки, или как называется? Раскопки, да? Раскопки, да. Угу. Археологические раскопки здесь. Мери, лапка, мери. Мери. Тука. Сейчас посмотрим. Он там кошку просто увидел, поэтому. Там кошку он увидел. Ага. Так, друзья, сейчас посмотрим, что у нас тут за археологические раскопки. Что тут вообще происходит. Но накрыли они это тентом, чтобы вода туда не попадала, крышу сделали. Вот. И что-то здесь хотят строить. Или строили, нашли. Может быть, из-за этого нашли вообще это место. Скорее всего. Может быть, и нет. Так, сейчас узнаем, что это. Красимир, а вообще название есть этому всему? Какая-нибудь надпись, может быть, есть. Это получается, они строили что-то, да, и нашли это, да, скорее всего? Ага. И он начинал строить блок. Начинал строить блок. Блок апартаментов, ага. Гостиница. Он, оно частное. И когда купали, угу, копали, копали, да-да. И нашли это. Это пратракийский, многолетний, от какого эра там назад. Угу. И тогда пришли люди, запрещали строительство. Ага. Так. Давали много деньги на этот человек, который место строит. Угу. Да. Он не хотел. И сейчас я знаю, что вот смотрите, что запрещено, другое все. Угу. Стоит, да. Стоит. И он там едет на суд государства через частное. Судится, в общем. Да, судится. То есть получается, хозяин этого места хочет построить здесь что-то, да, а ему не дают. Угу. Он никто не знает, что здесь находится такого. Ага. Да, древние места, древний, да, город, так, скажем так, да. И община поставила таких, налидали, угу, назвали. И сейчас они судятся, и поэтому в такого момента. Угу. Они, пока в застое находится. В застое находится. Понятно. Такие вот вещи происходят у нас. Находимся сейчас в городе Балчик, Болгарии. Отлично. Что, поедем дальше тогда? Да, поедем. Угу. Да. Друзья, смотрите Анзор ТВ. Двигаемся в Голливуд, солнечную Калифорнию. Находимся в Балчике. Можно всех.